Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки-ниндзя-легенды. Ну что же, у нас закончился турнир. Забираем свой приз, Лига Мастеров, как ты видишь, 3 звезды. Итак, выпадает нам, ну естественно, сюрикены, 50 ДНК на Кренга, шикарно. Ну, 90 золотых осколков и 75 платиновых. Так, друзья мои, ну что? Самое главное, кто сегодня прокачается в платиновый ринг? Я тебе скажу, ринг, в платиновый ранг. Я тебе скажу следующее, что было 2 претендента, за которых больше всего отдали голосов. Это Макмен, в принципе, я не удивлен нисколечко. И кто бы вы могли догадаться, естественно, ребята, Хан. Так вот, я думал, что Макмен, наверное, обгонит все-таки Хана. Но сегодня почитал комментарии, и 5 комментариев в пользу Хана. Поэтому, друзья мои, Хан сегодня и побеждает. И он переходит у нас в платиновый ранг. Всего у нас хватает, поэтому переводим, ребят. Отлично, я надеюсь, те, кто за него голосовал, очень рады. Ну что же, вот и появился у нас еще один платиновый боец. Я думаю, что это круто. Ну что, ребята, новая неделя у нас началась, поэтому начнем. Ну, во-первых, давай допройдем с тобой события, которые тут еще не успели сделать. Например, пройти серию испытаний. Давай-ка быстренько сделаем это. Опять у нас почему-то все в разнобой. И заодно потом глянем, что у нас будет разыгрываться на этой неделе. Какой персонаж, какие у нас события будут. Ну и, соответственно, буст, конечно же. Сколько у нас прошло? 10 минут после отката. Так что, я думаю, в самом разгаре буст. Посмотрим, насколько мы быстро и далеко пройдем. Прошлая серия, да, показала свои результаты, что не очень далеко мы с тобой рванули, хотя и он был удачным. Так, ну что, давай мы здесь с тобой на второй волне разобьем всех. Давай я, наверное, с вертушки. Ну, вряд ли, конечно, он всех накажет сразу. Ну, львиную долю, конечно, наказал. Так, минус змейковью. Минус фокус. Ну и тут у нас робот. Все. Это мы задание прошли. Теперь нам остается, насколько я помню, поднять уровень персонажа. Хотелось бы, конечно, майки. Но мутагена, по-моему, у нас не хватит. А зачем нам сразу делать? Мы можем с собой немножко подождать, поднакопить и уже рвануть. Так, давай-ка перейдем с тобой в магазин. Так, в предметы, в магазин. Как ты видишь, 134 монеты, и мы с тобой приобретаем 3 ДНК на Шинигами. И становится у нее 94, нам не хватает всего лишь 6 ДНК. По жетонам у нас все плохо, всего лишь 40. Так что здесь нечего нам делать. Так, ну что, друзья мои, у кого нету Донателло фильм, я, наверное, могу поздравить, потому что на этой неделе на турнирной арене вы можете заработать ДНК именно на эту черепашку. Так, а в испытаниях... О, борцы с преступностью, друзья мои. Это, наверное, самое лучшее испытание, которое у меня идет на втором месте после Кренга. Спросишь, почему? Ну, потому что здесь можно фармить Пита, Рокула, Кожеголового и, конечно же, Слэша. А как ты знаешь, все эти 4 персонажа у меня не прокачаны на фулл звезды. Я уже молчу, что никто из них не в платиновом ранге. Ну что же... Очень-очень радует. Так, а ярость Рафа мне нужен только лишь Рафаэль Видение, потому что именно он у меня не докачан. Остальные, в принципе, все есть. Так, что дальше? Что дальше? Также, как ты видишь, у нас испытание будет Черепашья Буря. Тоже очень хорошее испытание, потому что здесь можно заработать и деньги, и жетоны. Так, и Кланфуд. Ну, Кланфуд меня интересует, поскольку... Так, ну что, друзья мои, начнем, пожалуй-ка, наверное, мы с тобой с буста. Пора бы уже, да? Рвать когти. Поехали. Неделька началась, и нам нужно показывать свое мастерство. Так, ну что, сразу берем 11-11. Хотя, я помню, в прошлый раз мы с тобой добились результата 11-12. Давай попробуем, вдруг удача нам улыбнется, хотя... Вряд ли, да, улыбнется нам. Ладно, не хотят давать. Ну что, как ты видишь, здесь у нас 19 уровни, и Рафаэль идет 20. А у нас уже минималка. Минималка, ребята, полтинник. То есть 50 уровень. Естественно, мы делаем с тобой
сразу же прорыв. Ну-ка, давай, Кейси. Так, минус Рокстеди. Давай гранату бросим. Тридич. Сразу двоих. Шикарно. Ну что, бежим дальше. Дойдем с тобой до максималки, до 5 персонажей. А там уже будет все тип-топ. Так, мы переходим с тобой сразу же на воин 2 звезды, 70-я позиция. Маленькое местечко, конечно, но зато тепленькое. Давай попробуем теперь взять 11-12. Выудить. Мне кажется, можно, можно, если постараться, если долго-долго мучиться. Но почему-то, ребята, не хотят они мне. Есть, нашел. 11-12. Было бы неплохо, если бы каждый бой у нас с тобой бы по одной единичке на кубок вырастал. Это было бы шикарно, и очень быстро бы мы с тобой продвигались. Но, к сожалению, такое невозможно. Ну что, поехали. Так, минус Эйприл. Давай, наверное, из бластера постреляем чуть-чуть. Чемпи там куда-то, блин, полетел. Бедолашка. Ну и, в принципе, просто удар. Все. Естественно, на первых порах разбираются наши противники просто замечательно, так как у них маленький уровень. Но я уже говорил, что мы начинаем с тобой с полтинничков. То есть уже офигенный, как говорится, прирост у нас по силам, по мощам. Даже несмотря на то, что у нас не прокачаны скиллы. Так, 11-12. Давай попробуем с тобой 11-13. Или что там у нас идет в следующем? 12-13. Ну, вряд ли, да? Они скажут: Рэй, ты слишком, слишком... Вот, смотри-ка, есть. А я уже хотел сказать, что они скажут: ты слишком быстро рвешь копыта. Но ведь если постараться, можно. Но это не будет продолжаться вечно, я больше уверен. Где-нибудь они все-таки стопорнут и 2-3 боя будут просто держать меня на одном уровне. Так, ну что, попробуем уничтожить Кирби. В легкую причем. Так, бросай баллончик свой. Ну, давай тогда вот так вот массовой атакой добьем их. Два фаербола в разных персонажей. И все, ребята, они отдуплились. Отдыхает, балдеет, ну а мы с тобой двигаемся дальше. Я чуть было, ребята, не проспал на самом деле это событие. Уже интуитивно глаза открываю. Смотрю, время тоже, ё-моё, почти 4 часа. Думаю, нет, надо вставать. Хотя с удовольствием бы понежился еще в кровати. Смотри-ка, 12-14 уже. Сразу, сами дали. И это круто. И смотри, как они быстро нас догоняют. Уже 28 уровень, почти 30-ники. Но я думаю, что мы все-таки успеем с тобой перейти к 60 уровню к тому времени, когда они перейдут на 40-е. Так, ну что, кужеголовый, майки. Наверное, начну с Кирби. Сразу с удара вынесли. Теперь майки. Теперь давай Лео накажем. Споткнись. Нормальненько. И кожеголовый. Нормально. Ну, по-другому и быть не могло. Двигаемся с тобой дальше. Интересно, куда мы сегодня дойдем. До Лиги Сёгунов 3 звезды сможем добраться, а? В принципе, я думаю, ничего сложного нету. Так, 82-я позиция. Окей. Так, 12-14 было. Давай попробуем с тобой. Вот здесь, скорее всего, нам уже не дадут повышенный ранг. 12-14, 13-15 даже и не мечтай получить. Я, конечно, еще разочков несколько сейчас паролю. 12-14 это просто какой-то здесь потолок. Ты посмотри, не хотят давать. Опа! 13-15, прикинь. Нет, все-таки, ребята, можно, можно выловить, но только нужно очень долго ролить. Я долго не ролю, чтобы вас не утомлять. Поэтому, ребята, как бы, ну, 5-6 разиков крутанули. Не попался нам отряд нужный, мы играем. А если вот так вот долго мучиться, что-нибудь да получится. Так, опа. Ну, на самом деле, слабенько. Муха, ты нам здесь не нужна? Блин, мне, конечно, хотелось бы массовую атаку. А вот, кожеголову сейчас. Бумс. Шикарно? Что я могу тебе сказать? Нет, кролики все-таки, ребят, какие-то акробаты. Причем они выступают, как будто какие-то цирковые акробаты. Так, ну что, смотри, элита 3 звезды, 85-я позиция. Нормально? Нормально. 13-15. Уже автоматически дают мне 13-15, прикинь. Опа! Ты глянь-ка, что творится-то у нас. Сразу же дали 13-16.
35 уровень у нашего противника. Слушай, что-то сегодня не хочу сглазить, но вроде бы буст начался просто ошеломительно. Ну-ка, давай-ка попробуем. Ага, Хан все-таки дебаф делает. Да, друзья мои, многие, кто голосовал именно за Хана, они даже подчеркнули, что у него, во-первых, скорость, я согласен, ребята, инициатива у него офигенная. И во-вторых, как вы подчеркнули, он делает обалденный дебаф. С этим тоже не поспоришь. Когда он понижает, извини меня, защиту, да плюс еще может понизить атаку. Не балет, а если еще и прокачать его, там процент, конечно же, срабатывания дебафа будет офигенным. Ну, а мы с тобой уже в самураях. Одна звездочка. Так, ну что, продолжаем потихонечку бомбить. 13-16, может быть. Каким-то... О, есть, ребят, ну я... Я уже крутанул, да? Я уже... Короче, можно получить 14-17. Сейчас попробую, ребята, выудить. Есть. Даже майки меня этот не пугает, если честно. Раз, два, три. Хотя, на самом деле, пугает. Что-то я его побаиваюсь. Я же знаю, что у него инициатива офигенная просто. И он сейчас сделает пакость. Поэтому я, наверное, все-таки возьму тигриного когтя. Так сказать, для подстраховки. Все равно, наверное, переплюну тигриного когтя и начать ходить первым. Сейчас посмотрим. Нет. Тут два варианта. Либо нам с тобой стрелять. Давай стрелим все-таки. Можно было бы мечом рубануть его. А тогда все великолепно. Тогда просто изи. Изи-пизи, да? На тебе. Баллончиком. Замечательно. Шикарно идем, ребят. Просто шикарно. Так, прикинь, сейчас перелетим с тобой. Нет, вряд ли в самурае две звезды, конечно. Но 28-я позиция, это уже круто. Так, ладно, ищем, ищем что-нибудь хорошее. 14-17. Я, наверное, соглашусь еще разок с этим вариантом. Так, 44-й, ребята, уровень. Ты представляешь, как они быстро нас догоняют. Так, смотрим. Ну, в принципе, нормально. Я думаю, справимся. Здесь сделаем ставочку на Пиццелицева. С его массовыми атаками, с его плюшкой, которую он бросает. Ну, естественно, на Шреддера. Так, у него хил есть? Я что-то вот не обратил внимания. Хил. Морзинная кошка у него хил. А ну-ка, Лео, дай-ка вжарь. Шикарно, молодец, красавчик. Так, врубаем слыши, ничего мы тут делать. Так, теперь Ванюшу. На тебе щитом. Прям как Капитан Америка. И сосисками добиваем Микеланджело. Ну, как-то так. Вот, в принципе, никаких, ребят, проблем нету. Давай двигаться дальше. И, возможно, сейчас будем уже искать. Оп, самурайчик, две звезды. 64-я позиция. Будем искать с тобой 14-18, наверное, я думаю, да? Оу, они сами мне дали, прикинь. Даже ничего не пришлось вынюхивать, выискивать. Ну что же. А враг, тем не менее, ребята, все подбирается к нам. Все подбирается. Так, Хан, Кирби. Я думаю, что, наверное, мы все-таки справимся с этой командой. Естественно, Хан сейчас будет делать дебаф. Давай, родной. Так, видишь, да? Понижение защиты. Дальше массовая атака от Майки ролевого. Тут кто нам мешается? Нам, наверное, вот этот, потому что он, скорее всего, будет снимать дебафы. Не успели завалить. Давай так вот. Окей, так, теперь тут, наверное... А, у нас же вот же еще хиллер. У нас еще вот этот Майки. Ну, естественно, естественно, он бросает пиццу. Этот делает ускорение Мондогека. Леонардо не попал. Макнум, успокойся. Так, пробивной сделаем. На тебе. Такс, немножечко меня раздражать начали эти ребята. Ну да бей ты уже, Майки, ё-моё. Баскетболист. Так, сюда мы забросим клан Фут. Ой, клан Фут, ну, футовца, короче. Да ладно, Кирби, ты вечно как, я не знаю кто, как ватник какой-то. Ударил в никуда, называется. Ну и остается у нас Мондогек, как, в принципе, сейчас мы его
по-быстренькому разберем. Никто не пострадал, но, ребята, уже тяжело, конечно, было тут с ними бороться. Я думаю, что ты заметил. Не так легко они поддались этому все делу. Ну, а мы с тобой, ах ты, я думал, перейдем. Я думал, честно говоря, что перейдем в Лигу Самураев 3 звезды, но не тут-то было. Кукиш с маслом показали, вот и все. И дают мне 14-17. С какого вдруг перепуга 14-17-то? Было 14-18, эй. Нет, ребят, я на это не соглашаюсь. Я буду ролить до последнего. Эй, они вообще мне дают 14-16. Вы что, совсем что ли там припухли? Нет, 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 нет. Так не пойдет. Издеваются, да? Игра просто начала издеваться. 13-16 мне вообще на понижение дает. Слушай, по-моему, не получится, ребят. Все-таки выудил. Я выудил, друзья мои. Фух. Ну и противник, конечно же, сам видишь, уже уровень совсем другой. А давай-ка я возьму вот так вот. Слэш, Майки, Донни. Блин, если сейчас Донни успеет сделать защиту, мы замучимся их тут пробивать. Плюс у них слэш. Ладно, попробуем. Угу. Но у них, по-моему, нету хиллера, да? Нет, Майки у них хиллер. Вот давай, 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 я ей прикулаючи сейчас вжарит разрядом. Обожаю эту девочку. Ну ты сам видишь, что она творит. Просто какие-то чудеса. У нее этот удар не прокачанный, массовая атака, но на добивочку это будет вообще топово. Ну что, вот и самураи 3 звезды. 51-я позиция, мы с тобой двигаемся дальше. Так, заслужили мы с тобой, наверное, уже все-таки 15, я не знаю, 19, наверное. Ну а игра сейчас будет выпендриваться, да? Нет. Не выпендривается. Быстро очень даже мне подкинуло. Так, 56 уровни. Макман зайдет. Так, мы, наверное, с тобой возьмем муху сюда на всякий случай. И нейтрализатора. Потому что уже уровень полтинничков, а это серьезный уровень. Так. Давай-ка начнем с массовой атаки. Пнем еду Криса Брэдфорда. Так, дальше просто ударим клешней. Хан. У него два быстрых бойца, Хан и Карайка. Угу. Ну и плюс Майки. А мы сделаем вот так с тобой, с гранатомета. И Рафаэль, ну что ты, родной, ну что ты делаешь? Ты думаешь, ха-ха, тебе это поможет? Нет, конечно. Давай с разбега. Ту-ту-ту-ту. Как боксерскую грушу бомбанули. Мне нравится, как Макман в конце делает, типа, окей, да, через свое тело, через свою дырку в теле он просовывает руку и большой палец вверх. Типа, все оки-доки, бро. Ну что, а мы с тобой уже в Лиге Сёгунов, и у нас 15-19. В принципе, к этому я и стремился, и бежал, сломя голову. Но пару разиков все-таки стоит крутануть, а вдруг выпадет нам 15-20. Хоть это маловероятно, но попробовать все равно надо. Еще разок последний крутанем. Нет, не выпадает. Ну что ж, придется нам согласиться. Хотя я больше чем уверен, если долго-долго ролить, все-таки можно выбить. Так, Лапекс, крысиный король. Я не знаю, давай, наверное, мы здесь сыграем через Караечку и Тимати. Очень мало голосов было за Тимати. Если не ошибаюсь, ребята, буквально один голос всего лишь за Тимати. Ну, за Майки очень много голосовало людей, за Микеланджело, причем за разных, и за Космос. И, по-моему, за ролевого, да? Вот. Ну, абсолютными чемпионами, я тебе говорю, были на голосовании именно Хан и Макман. Хан победил, можно сказать, там с небольшим перевесом, может быть, где-то в 5-6 голосов. Поехали, так вот сделаем. Угу, отлично. Отлично, и мы с тобой продвигаемся дальше. Ну-ка. Какое место мы займем? 49-е. Очень хорошо. Летим. Прям на крыльях счастья. Так, может быть, все-таки дадите мне уже 15-20. Я вроде бы иду нормально, без запиночки. Сомнений никаких нету, что я смогу разрулить, в принципе, любую команду. Так что давайте повышенный мне коэффициент по наградам. Не хотят, да? Ты гляди, сопротивляется прям вот как будто, я не знаю, как будто... От себя
кусок отдираю. О! И я, ребята, вылавливаю 15. Подожди. Не туда, блин. Было же 15-20. Я же видел, ребят. Так, сейчас попробуем найти. Вот, есть. Так, ну что, я беру здесь Леонардо. Шредер, подожди, куда ты лезешь? Раз, два, три, четыре. Здесь Леонардо будет одного достаточно, чтобы всех уложить в баньки. Его вертушка, конечно же, даже переплюнет вражеского Майки. Надеюсь. Да? Тюф. И все. Вот так вот. Вот так вот мы разбираемся с тобой, с нашими врагами. И двигаемся, естественно, далее. Смотрим. Ай, красота. Лига Сёгунов, 2 звезды, правда, 99 место. Ну, ничего страшного. Давай дальше смотреть. Так, 15-20 уже дают на автоматическом режиме. Здесь можно взять, в принципе, Зека. Ну ладно, возьмем Криса Брэдфорда. И вот так. Тут сейчас одного Зека, в принципе, будет достаточно, чтобы отнять половину здоровья. Ну, а остальным просто надо будет добить. И добиваем в первую очередь кого? Естественно, Пита. Спросишь, почему Пита? Ну, потому что это хиллер. Че, зря что ли здесь бомбил? Так, этот весит, вешает иммунитет. Он ему не понадобится. Так, давай, Раф, Масуху. А, Майки отдуплился. Не выдержал, да, фронтового удара? На тебе. Так, друзья мои, пока мы играем с вами, у меня на втором канале выходит видосик по Valiant Heart. И сразу хочу предупредить, если вы в этой игре в некоторых моментах не услышите звука, музыки там, или речь, которая там должна быть, знайте, что в этой игре присутствует музыка, защищенная авторскими правами. И чтобы этот видосик я мог выложить на Ютубе, мне пришлось эту музыку удалять. И, соответственно, удаляется музыка, удаляются фразы, которые там говорятся. Поэтому есть где-то там минутные такие пробелы, вообще немота. Не пугайтесь, это не у вас глючит. Это так вот Ютуб подчищал эту музыку с авторскими правами. Так что не пугайтесь, все, как говорится, нормально. Я тоже в этом не виноват, что Ubisoft берет музыку, чью-то чужую, и вставляет ее в свои игры. Так, ну что ж, давай дальше тогда двигаться. 15-20, по-моему, уже давать надо нам 16-21, как по мне. Мы вполне с тобой это заслужили. Но она сопротивляется, игруха, ты посмотри. Что-то как-то долго ролит, именно ищет долго. И не дает. И не... Вот. 16-21. Ты смотри, они уже 60 уровня. Ну, нам-то, в принципе, ничего плохого не делается. Давай я возьму, наверное, Супер Шреддера. Потому что мы уже с тобой 60-е. Там уже близятся соточки. Так, Шреддер будет одного достаточно, да? С его супермассивным ударом. Оу, хоу, слэш. Неожиданно. Неожиданно выживает все-таки каким-то образом. Но это ненадолго, все равно постепенно урон на нем висел. Так что он уже был не жилец. Так, какое место? 10-е. То есть в Лигу Сёгунов 3 звезды мы с тобой сейчас просто ворвемся. Возможно, даже в Лигу Мастеров ворвемся. Есть такое, ребята, у нас. Сейчас посмотрим. 16-21. Я беру Армагона. Раз, два, три. Четыре. Там у нас сколько еще персонажей? По-моему, на один, ну, максимум два поединка. Нет, конечно, до Лиги Мастеров вряд ли доберемся, но... До Лигу Сёгунов мы с тобой вообще офигенно порвали. Просто. С закрытыми глазами. Без напряга, без какого-либо. Просто на одном, ребят, дыхании. Ну... Лига Сёгунов 3 звезды. 70-я позиция. Так. 70-я позиция. Сейчас мы с тобой посмотрим, что нам дадут. 16-21. Есть. Берем Усаги. Раз, два, три. Четыре.
Ну да, тут еще на один поединок два персонажа, так уж и быть, мы с тобой отыграем. Слушай, скорее всего, в Лигу Мастеров мы с тобой попадем. Прикинь? Ну, придется, конечно, воспользоваться откатом на наших четырех персонажей, потому что два... Ладно бы еще один был бы, я бы не стал бы даже заморачиваться. Но двух надо отыграть. Все. Сейчас смотрим. У нас была 70-я позиция, я думаю, где-то будет сейчас либо 20-я, либо 10-я. Сейчас глянем. 30-я. Ну, сам понимаешь, да? 40 ступенек пролетели, значит, и здесь мы тоже пролетим эти 40 ступенек. О, 16, 22 дают. Так, так. Опачки, опачки. Ну, тут уже не важно кого, ребят. Тут достаточно будет, наверное, одного Шреддера. Хотя, уровень-то какой там противника? 66-й? Ну да, в принципе. Ну, на добивку есть у нас. Да? Партизан. Это Леонардо. Я больше уверен, что сейчас мы окажемся в Лиге Мастеров. Одна звезда. Ну-ка. О, да. Давно мы такой буст с вами делали. Очень давно. Чтобы за одну заходку сразу перейти в Лигу Мастеров. У нас обычно Лига Сёгунов 3 звезды — это максимальный предел. Ну, в основном, да? А тут вот так вот получилось, ребят. Ну что, идем в список, берем нашего Майки, который заслужил получить 97 уровень. Вот так вот. Еще 3 левла, и сам понимаешь, да, он будет у нас топовым. Во-первых, он платиновый, во-вторых, 100 уровня. Ну, а мы с тобой забираем здесь награды. Так, есть у нас еще, да, вроде бы там события. Вот это вот. Давай попробуем дойти до вот этого. Хотя, сколько нужно нам вообще Рафаэля видения? Давай посмотрим. Так, это Донателло видение. Так, а где это? Вот, Рафаэль видение. То есть нам нужно с тобой получить всего лишь 8 ДНК. 8, это не так много на самом деле. Ты. Но с другой стороны, если выбирать, ребята, фарм между Рафаэлем видения и все-таки анимутантов, да? Или как там, анималити мутанты, или как, я не знаю. В общем, животных мутантов, да, то, конечно, я сделаю акцент в эту сторону. Потому что здесь, во-первых, ну, 4 персонажа, там-то один всего лишь рулится, а здесь 4. Но... А, у нас и сыра с тобой мало. Твою ж дивизию. У нас сыра мало, так что чё я тут распаляюсь? Ладно, давай попробуем с тобой пройти. И чем вот это испытание хорошо, ребят, нам всего лишь 3 поединка нужно сделать. Дойти до Рафаэля видения и просто пытаться его профармить. Что за микрофризы пошли, я не понял. Вы давайте завязывайте мне тут баловать. Так, ну что, Хан. А теперь, я думаю, что вот на следующей, хотел сказать, неделе, в следующем месяце, 100%, наверное, будет у нас побеждать Макман. Потому что про Макмана уже давным-давно идет разговор, чтобы его перевести в платиновый ранг. И я думаю, что в следующем месяце мы так с тобой и поступим. Мы просто его переведем в платиновый ранг. И все. Уже без какого-либо голосования просто возьмем на автомате и переведем. Так, ну что, поехали дальше. Здесь у нас тоже, ребят, все на автомобое. Зачем я сейчас прохожу? Ну, потому что есть сыр. Есть возможность просто пройти и получить одно ДНК. А там уже будем смотреть, стоит фармить, не стоит. Ты, кстати, можешь написать мне в комментарии, будем фармить или все-таки пойдем на животных-мутантов. Именно там фармить. И почему-то я больше уверен, что вы скажете: да-да, Рэ, иди фарми мутантов. А с другой стороны, ну да, 9 ДНК нафармить, где дается по одной штуке, это, ну, вообще очень маленький шанс. То есть это можно всю неделю фармить эти 9 ДНК. Если бы не было вот этих вот второго события, да, нужного, то, конечно, бы я бы все бы силы потратил бы именно сюда. Ну вот, вот, вот. Хотя тут 2 ДНК, это получается... Это получается 4 удачных попытки по 2 ДНК, ребята. И он у нас, как говорится, был бы в копилочке. Но у нас кончился сыр, правильно. Кончился сыр. Ну что ж, друзья мои, что ж,
Тогда мы с вами будем на этом закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!